Всем привет! Меня зовут Настя, я рада вас приветствовать на своем канале. Начинаем новый влог. В этом видео я хотела показать свое утро, как оно проходит. На самом деле уже муж и ребенок, они ушли. Ребенок в саду, муж на работе, а мы с малышкой остались дома. Я стараюсь высыпаться с утра, прям сразу не встаю, когда они уходят, еще досыпаю. Так у меня день тогда проходит легче. И все. Здесь малышка уже пошла на первый сон. Я встаю, делаю свои дела. Хочу заправить диван, умыться, почистить зубы и хорошо позавтракать. Ну а вам приятного просмотра! Здесь я уже почистила зубы и хотела умыть лицо. Использую гель-пенку для умывания от косметики Фитокосметика Кора. Она российское производство. Мне эта косметика понравилась. Она ко мне подошла для моего лица. Сейчас очень сильно сушит кожу. Сейчас зима, дома сухо и прям сильно у меня сухая кожа. А эта косметика, пенка, она, ну, у нее идет комфортный уход без высушивания и раздражения кожи. И после пенки я также использую еще тоник, также от Кора, он идет для сухой и чувствительной кожи. Здесь просто потрясающий на самом деле у него запах, я только из-за запаха, наверное, им пользуюсь постоянно. И после также наношу крем-гель для век с маслом ши. Тоже хорошо идет, глубокое увлажнение, питает и также идет для можно использовать как на день, так и вечер. Последним этапом я использую крем для лица. Крем у меня от Arawi, покупала его давно в большой упаковке. Он также интенсивно увлажняет кожу, наносится легко. Но, наверное, повторять его не буду, потому что хочется потом попробовать что-то другое. И вот это был мой уход с утра. А дальше я буду готовить себе завтрак. She'll be there for me, at least we'll both know. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know you can't go without it. She told me you'll never. На самом деле, наверное, уже ближе к обеду. Такой завтрак, обед у меня получился, поэтому я плотный. Пожарила себе яйцо. Было до этого у меня приготовлен рис с курицей. Тоже все положила себе в тарелку. Наливаю кофе с молоком и хочу здесь добавить еще мороженое. Получилось вкусное, сладкий. Я вообще пью кофе без сахара, а здесь прям добавилось. И прям вкусный завтрак. Пока у меня есть некоторое время, хочу посидеть, позавтракать, не торопясь, и посмотреть новые видео. Недавно нашла канал Яны, у нее там очень душевно и познавательно, где она рассказывает в своих видео про материнство. У них растет прекрасная доченька, и Яна рассказывает про развитие малышки, их режим и умелки. Также Яна подробно рассказывает по месяцам, какую одежду они носят.
И при этом рассказывает, какие траты уходят на ребенка в месяц. Каждый месяц она рассказывает. Но на самом деле это просто их личный опыт, поэтому она все рассказывает. А также на своем канале рассказывает о семейной жизни, делится находками и лайфхаками по хозяйству, обустройству и готовке. Ссылку на канал Яны я оставлю в первом комментарии под видео. Обязательно переходите, вам точно там понравится. Были мы здесь у врача, сходили к педиатру, планово, все у нас хорошо. Нам поставили прививку, сделали, узнали мы свой новый вес, рост. Выросла она, получается, по росту стала на 5 сантиметров, теперь в рост 55 сантиметров. А по весу, когда выписывались из роддома, она весила у нас 3 килограмма. Сейчас за это время, где-то полтора месяца прошло, набрала 1,5 килограмма. Все, она ела свои щечки, все хорошо у нас. А также мы были у стоматолога, прошли. Осталось пройти невролога, офтальмолога и записаться на УЗИ, сделать УЗИ головного черепа, головного мозга, да. Запись, наверное, уже будет после Нового года. Надо будет позвонить, узнать. И все. Вот такие у нас дела, все. Прошли осмотр. Еще утром я успею также убрать чистое сухое белье, протру пыль в комнате и также с подоконника.
looking at the box from where I stay. Am I wrong for saying that I choose another way? I ain't trying to do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. That's just how I feel. But that's just how I feel.